Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Жюль Жозеф Огюстен Лоренс. Французский художник в области графики и литографии, который известен прежде всего своими восточными работами. Я пользуюсь Википедией. Родился 26 июля 1825 года. В возрасте 12 лет переехал жить к своему брату Жану Жозефу Монпелье, где учился в городском художественном колледже, пользуясь творческими контактами своего брата. Отправился в Париж, где учился у Поля Делароша в школе изящных искусств. Впервые выставился в 1840 году и завершил обучение в 1846. Лоренс был выбран географом Ксавье Амером де Хелем, чтобы присоединиться к нему в длительном научном путешествии в Турцию и Персию с 1846 по 1848 год. За это время Лоренс сделал более 1000 рисунков мест, костюмов и людей, с которыми он сталкивался в своих путешествиях. Среди них было много портретов персидских личностей. Некоторые из литографий Лоренса были опубликованы в популярных периодических изданиях «Tour du Monde» и «Illustration», в то время как оригиналы вместе с его ранними акварелями были переданы в библиотеке школы изящных искусств. Лоренс также рисовал образцы каджарского искусства, находясь в Персии, включая его «Танец с тамбурином». Лоренс продолжил свою карьеру во Франции после возвращения в 1849 году, выставляя картины и гравюры практически во всех салонах с 1850 по 1891 год. Он также был активен в литературных кругах, где познакомился со многими знаменитостями. Его «История ателье» в кавычках, опубликована в последние дни его жизни, содержит рассказы о его путешествии. Умер 5 мая 1901 года. Вот так немного из Википедии о французском художнике в области графики и литографии, который известен прежде всего своими восточными работами, Жюль Жозеф Огюстен Лоренс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.